друзья мои, мысль у меня некоторые появились. Блин, мысли такие появились. Я хочу вот сейчас вот пока в природе, девочки, мальчики, в природе, пока дети кричат, орут. Вот такие вот красивые вот. Скоро зацветет, девочки, мальчики. Очень красиво будет, вон она, видите? Красиво будет. Ладно, пойдем дальше. Что хочу сказать? Для некоторых людей хочу объяснить, да? Для некоторых хочу объяснить. Хочу показать еще. Видите, какая красивая. Видите? Маленькие такие. Свеженькие такие цветочки. Ой, это листочки, ребят. Это очень, конечно, красиво. Но так это дело не в этом, девочки, мальчики. Вот. Первое. Вот для некоторых тупоголовых, которые не понимают мысли моих, да? Которые не понимают мои мысли. Вот. Говорю, у меня контент разный. Разный контент. Какие красивые елки. Вот тут я в прошлом году, по-моему, показывал. Ну, что хочу сказать. Блин, шуршит пакет и все. Что хочу сказать? Мысль у меня одна. Как бы мне рассказать вам кое-какую мысль. Есть у нас непонятливые люди. Ребят, непонятливые люди, которые, мол, это говорят. Ой. Ну да, да. Блин, я такой... Издалека начинаю вам, чтобы, девочки, мальчики, не обидеть вас. Для некоторых вот. Для некоторых хочу объяснить. Вот что хочу сказать. Есть же у нас некоторые люди, которые мне мысли это теребят каждый божий день. Понимаете? А как с вами бороться, девочки, мальчики? Только забанить. Вот сегодня один чувак, когда, ну, смотрел там, ну, видео, по-моему, 42 секунды, пишет комментарий. Что это было? Что я посмотрел? Что ты посмотрел? Я не понимаю, что ты посмотрел, но ты посмотрел же, написал же, покласкал немножко, девочки, мальчики, смотри. Вон она. Смотри, скоро черемуха зацветет. И заморозки будут. Может быть, это... Видишь, черемуха прямо такая вот. Черемуха зацветет. И вот, там праздник. У кого-то день рождения, там, чайнюха или как, я непонятно. Короче говоря, что хочу сказать. Не тупите, пожалуйста, люди. Не надо тупить. Будете тупить, это очень плохо для вас. Понимаешь? Вот. Если один человек тупит, я же не виноват, что вы тупите. Правильно? Вот. Наблюдайте за природой, ребят. Красота такая. Ой, что-то я камеру там аляую. Фиг по ней. Короче, дело с очень. Когда вам говоришь, то есть вот
Я делаю, да, это видео, снимаю, 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 да. И одна, короче, и одна сволочь, прости господи, не понимает вот этого. Понимаешь? Не понимает. Вы такие, блин, понимаете, вы такие тупые, как Снежинская скажет, совсем крыша едет. Да. Так вот, я вспомнил, да, о чем я хотел поговорить. Об этой корове. Да. Ну, надо же как-то понимать мысли-то. Побежал он, смотрите. Так вот. Блин, шуршит, ничего не слышно, да? Закат он какой. Вот вы когда заходите на этот, на мой канал, да? Вы так мне мозг выёбываете, честно слово. Вам так объяснять приходится. Понимаете? Ну что ж вы такие? Курлы-мурлы. Не хотел я это говорить. Туда пойдем. Пока народу там нету. Аля улю. Понимаешь? Ты говорит, по чё пошёл? Да я по грибы пошёл. Грибы собирать. Вот спрашивают, кто такая Анжелика Снежинская. Да ёлки-палки. Я вам проще хочу сказать. Ну, ребят, не тупите. Вы что, правда у меня? Или вам лень посмотреть, ребят? Зайти на канал Анжелики Снежинской. А? Ну чё ж вы, блядь, такие тупые? Вот, я думаю, человек посмотрите, не прежде чем, типа, бухать. Вы поймите, вы посмотрите этот канал. Я же смотрю, а вы почему-то, бляха-муха, не смотрите. А почему? Я понимаю вам, конечно, как говорят, много. Да немного. Она одна. Вот и смотрите. Не надо вот тупить, вот честное слово-то. Понимаете? Вот видите пень, блядь? Пень. Не будьте пнями. Как она говорила. Купи бутылку и пей. Ой. Я прям вообще в шоке, девочки, мальчики. Я вот гуляю, думаю вот обо всем этом. Какие же тупые люди. Как у Задорнова получается. Какие тупые американцы. А оказывается, не только американцы тупые, но и другие люди, которые такие тупые, такой тупизм. Девочки, мальчики. Первое. Снежинская. Это Снежинская. Ее все знают. Она обсуждает Эдика. Да. Адамяна. Севку своего. Любимого Севу. Да, она без него жить не может. Как она его обсуждает. Боже ты мой. Просто. Просто не могу. Вот знаете, ребят. Когда пишешь, только упоминаешь имя этого блогера, да, и вы все скачете на вот это имя. Вот называется это маркетинг, девочки, мальчики. Маркетинг сетевой. Каждый ищет, извините, в это... Каждый ищет и находит свою нишу, про кого рассказывать. Я
Я и пеку, я и делаю всякие беседы. У меня тема. Вы должны просто вникнуть в эту систему и смотреть на это. Понимаете, девочки, мальчики? А не надо тупить и тупить и тупить. Понимаете, как Задорный говорил, ну тупые. Так и я тоже хочу сказать. Курлы-мурлы не нужно мне тут мандить Ивановну делать. Ой, Господи, какие же вы все трудные. Я столько опять наговорил. Говорю. Ну, какая-то говорушка. Да, девочки, мальчики, какая-то говорюня. Так, дело в том, что, ребят, я пока гуляю, мысли нагоняю. Вот сегодня я сделал пирог. Хороший пирог. Ой, не пирог, а это тортик. Тортик приготовил. Такой хороший, просто замечательный. Вот. Просто замечательный торт приготовил. Морковный. Приготовьте. Советую. А не вот это вот. Мне одно и то же писать, понимаете? Я прям не могу с вами разговаривать. Вы мне так иногда, некоторые люди вот такие вот просто вот, которые не понимают и тупят. Есть вот такие люди. Я не буду называть имен. Недостойные. Чтоб я вас называл. А вот. Это так. Как говорится, то одна тема, то другая. Короче, ладно. Мысли я не буду дальше развивать. Продолжение следует. Короче, вот так. Ой, божечки. Какие мы с вами людишки. И не понимаюшки. Ничего и не знаюшки. Девки. Как говорила одна моя знакомая, хорошая знакомая, она сделала большие брови, падла. Понимаешь? Сделала брови, и что она, это... Брови, как у Брежнева. Она же такая вот дыра, понимаете? Вот я уже говорил про эту... Снежинскую перешел на дыру рассказывать мысль. Ой. Понимаешь? И уже дошел до дыры. Про Ирину. Вот которая, ну, Суклаева. Вы поняли? Суклаев. Ой. Ладно. Ладно, ребят. Ладно. Что хочу сказать. Мысли совсем другие у меня. Мысли совсем разнятся, да? Ой, гуляем. Все мы. Девочки, мальчики. Кто, как говорится, кто понял мою тему, тот понял, да? Кто понял мою тему, тот понял. Мы же с вами звезды Ютуба. Ютуб дело тонкое. Ребята, подписывайтесь, кстати, на мой канал Дзен. В этом, как и называется. В этом.
Да, ссылку я тут кину. Вы поняли, да? Вот. Короче, что хочу сказать. Ссылку под этот, под видео выставлю, поставлю, да? Вот. Блин, шуршит это. Короче, ладно. Народу много. Ворон мало. Короче, пойдем. Другую сеть еще. Потом. Ну, на канал Дзин подпишитесь. Да, я вас жду. Мне всего 90 человек надо. Все, всем пока.